Всем привет! Сегодня у нас будет тест и прокачка фараона на 12 уровень. Потестируем, какие изменения на 12 по сравнению с 10. Ну и также сольем нашу бочку, которая в принципе не нужна. Так, чисто ради интереса прокачал. Не канает она сейчас, как раньше. Так, ну что, поехали сливать бочку. Так, надо с таблетки убрать. Вот наши джели. Так, и качаем фараона. Бог войны. Давайте посмотрим, коробочку откроем, может что-то интересное упадет. 5-5 ремка. Ну, ставим ремку, потестируем. Давайте на десяточку сразу скилл поднимем. У нас уже даже, ну, в принципе, да, у нас десятка показывает 11, но по факту десятка, и все-таки не посмотрим разницу. Надо было восьмерку ему качать, она автоматом разблокирует, будет 12-12. Так, вот такой он у нас уже есть. Ставим на таблеточку. Побежали, посмотрим. Так, поставим ему питомца. Бонус от судьбы, как видите, сразу сюда учитывается. 1380 и 3260. Так, поставим ему ангела. Что у нас на 12 уровне? Окружает фараона песчаной бурей на 6 секунд. Имеет шанс нанести 360% урона, оглушить и увеличить на 10% урон, получаемый попавший в песчаную бурю противниками на 1,4 секунды. Ну, давайте затестим где-то его. Правда, тут сейчас его сразу будут убивать, надо найти расстановочку. Без стрелка и без автопрокеров. Это будет сейчас нелегко. Ладно, сделаем по-другому. Вот так вот сейчас мы его затестим. Ну, урон у него, конечно, сейчас будет неплохой. Так как все-таки 12-й скилл. Правда, уровень маловат. Так, ну-ка, включишься первым. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот так вот. Тащит, тащит. Давай, тащи. Первый уровень слил. 120-х. Нулевой. Просто нулевой. Сливает. Смотрите, что он делает жестко. Да, Сукуба тоже затащил. Вот, ребята, новая имба.
Просто нулевой сливает на 120 уровней выше героев. На самом деле герой как бы интересный, но применение ему сейчас с нашими нововведениями просто, я не знаю, не вижу. Но есть плюс от этого и у Бури, он бьет по зоне, как бы тоже интересно. Но, как видите, он медленный. Пока долетит, его уже автопрокеры сольют. Ну, карту зачистил сам. Так, что там у него? Так, забрали арену. Давайте его немножко подкачаем. Посмотрим. Так, 120 уровень. Ну и просветик прокачаем. Поставим ему руны. Давайте по короне. Так, а у нас просвета не хватает. Самый интересный летающий герой, но идет в обход. Как-то странно. Высоты, наверное, полета не хватает. Так. Давайте быстренько зафармим. Зафармим немножко золота. И маны. И прокачаем его получше и потестируем опять. Ну, как видите, на 12 скилле у него, конечно, урона очень хватает. Так, где тут у нас зайти можно так аккуратно. Так, есть. Качаем дальше. Так, надо усовершенствовать. Ну, давайте, усовершенствовали. А руны. Нам нужен 70. Первый для пятерки.
Как хорошо забор ломается. Так, есть. Ставим ему бога войны. Побежали дальше, потестируем, посмотрим на его урон. Давайте где-то так, 5000 возьмем. Сейчас уже урон получше будет. Ну, урончик, как я смотрю, ничего такой, по 80, по 100 вылазит. Ну, тут понятно, его затопчет. Так, 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 где там он у нас? Качаем его дальше. Так, есть. Он у нас уже 180. Делаем ему эволюцию. Теперь мы можем ему поставить крит. Так, ставим в топор. И опять подкачаем. Так, надо золото немного подфармить. Стрелок есть. О, стрелка нету, смотрим. Ну, не знаю, конечно. Не тянет он на топового героя, но ради интереса. Сейчас мы ему сделаем вторую эволюцию. Посмотрим, что он сможет сделать на максималке. Так, что по урону? Ну, уже 100, смотрите, 162 тысячи. Но урон неплохой. Интересный, скажем так. Так, ну-ка, Минотавр. Не, все-таки нас ушатали. Ладненько, качаем ему 180.
Странно, как-то Минотавр ударил, ладно. Так, есть еще чуть-чуть, еще 2,5 миллиона, и будем дальше его тестировать. Так, у нас это стрелок. Думаю, что такое? Так, и сделаем 10-ю звезду ему и идем дальше тестировать. Двенадцать, двенадцать, ремочка. Пятьдесят, 60, 143, 180. Ну, урон, я смотрю, у него неплохой получился. Это при том, что он у нас сам ремочный, а рунами стоит бог войны. Ну, смотрите, тыковку вообще просто на изи слил. Ни хрена себе. Да он и черепа почти ушатал. Жестко, жестко. Да, жалко, что он не летающий, конечно. Ну, ради интересов по локациях можно будет его попробовать. Так, ой. Случайно переключил. Давайте затестим его в подземке ради интереса. Что он сможет? Давайте жестокое. Я так понял, у него не максимальное количество целей. То есть он не убивает всех сразу, но урон интересный, интересный. Так, понятно все. Что у нас по жизни? 4600. 69 плюс 106. Не очень много. Так, у нас тут ослеплялка стоит, со звездиями у нас разнобой. Давайте немножко его на волнах докачаем. Что нам книг не хватит. В принципе, там есть золотые книги, они мне тоже не нужны. Так, нам нужен 185 уровень.
183, 184. Так, 185 значков почета нам хватит. Побежали дальше. Делаем вторую эволюцию. Так, вот у нас 10-я звезда уже есть. Плюс-минус он у нас уже максимальный. Сейчас мы его затестим. Так, смотрим. Стрелок. Ну, конечно, жизни маловато, но урона, как видите, у него дохренища уже. Понятно все. Давайте его где-то протестим на базах без стрелка. Так, давайте топ 120. Тут уже 300-ники у нас, ничего себе, топ 1200. Вот по 200 тысяч сил есть. Так, вот вроде интересно будет. Так, смотрим. Не, нифига не интересно, слили сразу. Так. Ну, тут можно попробовать. Урона, конечно, он много наносит. А вот по жизни сливается. 125. Ну, жизни мало, атаки тоже не особо, но за счет скилла вот это единственный вариант, что он будет выезжать. Сейчас его потестируем в забытой. Но забор ломать можно, если рядом какое-то здание есть. Все, хранителя убивается моментально. Значит, урона у него дохренище. Давайте рунами поставим. Сейчас оживу найдем. И пойдем в забытые затестим. В какой-то пачке. Так, кого мы тут можем убрать? Ненужного. Давайте тут в пачке с деревом уберем варлока. Поставим фараона. Потестируем, посмотрим, как он себя покажет. Если что, дерево реснет. Так, энергию у него сразу сняли, как видите, все. А вот теперь он включился. Вот опять включился. Да, урона у него хватает, нормально. Сейчас мы уберем всех остальных, чтобы они нам не мешали. Потестим просто чисто с деревом.
Да, противников кидают все ниже и ниже, нельзя обновлять. Так, создать команду. Анубиса выбираем. Ну, хранителя можно, в принципе, оставить. Давайте вот так вот сделаем. А, и сердцеедка сейчас нам тут напортачит. Вот резнули, он включился, он, конечно, он сразу же слился моментально. Жизни мало, ничего не сделаешь. Сразу сливается, причем очень быстро. Знаю, беспонтовый герой, но ради интереса все-таки прокачали. Тут Фрея должна затащить сейчас. Ну-ка, давайте тут затестим против Атланта. Вот он включился. Ну, урона как бы хватает, но... Общит он по-любому убивается сразу. Как и любой массовый герой. Так, что тут? Ну, тут понятно все. Ну, давайте его еще попробуем. Ну, что-то там живет, но вообще непонятно. Урон есть, а жизни маловато. Так, давайте в забытой мы его протестили на экспедиции еще. Тестанем, посмотрим, что у него по урону получается. Ну, забор, в принципе, шатает неплохо. Но опять же идет в обход. До свидания. Так, давайте на подземку еще вернемся.
В принципе, его качать смысла никакого нет. Это чисто так, если вам нужна сила, то да. Ну вот и все. Не знаю, что вам сказать. Кулдауна у него, судя по всему, нету. Оглушает он-то на 1,4 секунды. Маловато, маловато будет. Ну, потестируем его еще на подземках в другом составе. Ну а так, честно говоря, герой ни о чем. Чисто ради интереса прокачали, посмотреть, что будет на 12-12. Ну, возможно, подберем составщики, он сможет что-то интересное показать, но пока не очень. Все, пишите в комменты, какого следующего героя вам сделать обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.